Зашел в квартиру, как чужой. Не сняв плаща, застыл у двери. Прости, я ухожу к другой. Люблю. Сначала сам не верил. Он резко поднял воротник. Как защищаясь от ненасти, он ожидал, что будут слезы, крик. А услыхал, какое счастье. И у меня давно другой. Не знала, как тебе признаться. Иди спокойно, дорогой. Теперь нам нечего бояться. И он пошел, уставив в землю взор. Душило горечь унижение, и был уже не рад другой, и было лишь в душе смятенье. Ведь он так долго верил той, что ежедневно предавала, а в квартире, темной и пустой, так страшно, женщина рыдала.